Причисти ко избранному своему стаду, Господу помолимся. Дай же просветите мысли неверием, помраченных светом своего благоразумия, верных же своих укрепите, и непоколебимыми правоверии соблюсти. Исповедуем, Господи, великое Твое и беспрекладное человеку любие и милосердие, но видящее многих поползновение, прилежно Тя. Все благи, Господи, молим, призри на церковь Твою и вишь, яко Твое спасительное благовестие, аще и радостно прияко, но тернии суеты. Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди. Исчез же соборы святых отец, их предание и писание божественному откровению согласное, приемлем и утверждаем, и богоугодным житием, яко защитником и пособником онога, Христова Церковь, нынешнее воспоминание творящее восклицает: святому благоверному и равноапостольному царю Константину и матери его Елене, вечная
митрополиту Иванову Вознесенскому и Гвичукскому, со всей их Богом спасаемую паствою, преосвященным митрополитом, архиепископом и епископом, и всему священному собору многое. Да, прекрасно. Братья и сестры, заранее крестимся.